Репав по магам дайте, пожалуйста. Дайте. Блэкфлай, что не хватает? На оф надо кому-то ботинки? А, он АФК пока. Пока без него стартанем, потом попросишь кулак. И процента крита не хватает, да? А. Чего-то. Давайте, пуляйте там. Го. Подойдет тас кулак. Дайте мне силы. У кого огонь аур? Не вижу. Вайф возьми. Поехал. А кого походу плет? Я на водяном, ДК на грозовом, все. Грибос. Имы. Дерево растет быстрее. Свич, блять, не успеем, да? Успели? Бекон, бимы. Стан, дайте ходж по фотоплетку. И залейте. Топ-каст. Он крутит просто фраю. Дерево. Дерево растет зеленое. Залейте. Бимы. Забери там, забери. Дерево заберите, танки. Беги, малышка, беги! Сейчас бимы будут. Готовься. Пошли в центр, Зимир. Так, я первый инфернал отдам. Топкаст. Перегар, глывани. Я первый инфернал кину. Дерево. Там на вторых можете кинуть. Собирать. Кинул. Мордуну боб дайте, Нир, дай Мордуну боб. Три, боб дайте Мордуну кто-нибудь. Палов. Эма. Уже поздно, блять. Раньше давай. Нормально. Привыкайте давать демону сразу боб на мелких. Чемокос сделать просто. Бима. Кого хотоплет сразу? Я на водяном. Топкаст. Дайте стан хотоплет. Я кого по нему пока. Нира хил. Дерево. Где оно? Вижу. А. Я живой, нет? Ты вылетел, что? Нет, не вылетел, у меня пока все висит. Все, отлагал. Топлеты быстро убить. Топкаст. Добивайте остальных. Быстрее. Весь урон. Где фридом по корням? Дерево зеленое, которое убить надо. Там бимы.
на него бим кинулся. Отойдите от меня, кто тут рядом со мной. Стоп, каст. Дебаф кончился в морду на этого боба. Повторный можно давать сейчас? Да у него мета нет, все равно уж. Дерево. А он не подышится? Нет. Откадешится уже все. Боб, кидайте. Инфернал, погнали. По морду я дал. Нету Боба, я не вижу на Мордоне Боба. Зачем? Инфернал кинул, чтоб не сдохнуть. Фридом. Под ландуку Фридом. Топ каст. Май, мастер. Ой, блять, и сокровище. Мир, дай сокровище. Точно добивайте уже. Дерево где-то. Извините за задержку, там слишком тупой доставщик еды. Там сторм, значит, там Бэрри не будет тратить. Встаньте. В линию встаем. Топ-каст. Бэрри нет? Да не надо тратить. Окей. Торим. Бимы. Не переходите на ту сторону, может в другую сторону пойдем. Если говорю лево, значит идем в сторону деревьев. Если право, то за островок. Реку переходим. Гимна нам. Дерево, налево сейчас пойдем. Не, пока не надо. Все, пошли налево. В сторону дерева идем все. Гимна мама, пристый спойте. Сейчас стоим тут. Сейчас идем туда-обратно. Кто-то сюрприз оставил нам. Зумуру дайте фридом. Перебегаем. Летает до сих пор. Перебегаем. Чё вы там, блядь, бегаете на той стороне, алё? Не определились. Убежали. Прибежали дальше, бежали. А дальше. Кто это так бегает? Дерево. Не перебегайте раньше времени. Перебежали. Фридом по зумору дать. Владимир, почему я должен говорить? У вас должно все высвечиваться. Прибежали. До сих пор не Фридом. Вот, ладно, он танк. Если не танк, он там сдох уже. Топ каст. Сука, кто опять стоял там, блин? Перебежали. Дерево. Перебежали, дерево заливаем там. Парни. Перебежали. Он больше властен надо мной. Пять руки танковские. Снова я. Пошли, трешки. Благодарю вас. Шейки нету. Шея боя. Опять без Т4 на паладин, без Т8. Ибо... Угу. Бля, мне как раз тоже нужны сапоги, бля. Мне три куска, мне вот как раз штаны нужны, блядь. Сука. Локом. Спасибо, Вайф. Локом в десятку не берут, нихуя? Войт, сколько у тебя кусков? Чтоб... Четыре, чтобы поменять на перчатки 39-е. Лежат с собой. Идемте на Торима сразу, тут уже пульнули.
быстрее. Сходи десятку в 5 локов. Угу. Чтобы йога плюс 0 убить быстро. Угу. Кстати, как йога, причем что он вроде веселый сейчас стал. Почему? Там с костами что-то сделали. Что у него каст на последней фазе кастуется очень быстро. 50. А, ну 25-ки думал так же. 25-ки нормально. Blackfly, я с радостью пошел бы, но не могу пока. Я сегодня-то, блин, время выбил. Шерик не смог. Так бы не пошел бы. Все же были, да, в прошлый раз на Ториме? Нет. Тебя не было, только все? Фони пишет. Фони не было. Фони тварь, блядь. Слушайте. А я, получается, хэпалом был в каком? Во втором? В понедельник он был, да? Да. Ну, я тактику знаю, ты просто скажи, в какую метку встать, и все. Рыба внизу. Да, сейчас назначу. Камни слева. Ласки перепивать. Так, в туннель у нас идут, сейчас скажу, в туннель идут третья пати, четвертая пати, фул. Кроме крестов, ШП. Они знают. Тыкните, пожалуйста. Спасибо. Идет хилить Вайв и Габино. Остальные хилы остаются на арене. Станков Нир идет туда. Лем остается тут. Предиспелит всю хуйню. Так. Сейчас метки понаставлю. Танки пульнеть, пульните босс мобов. Погнали, зальем. Квадрат в МК возьмите сразу. Кто-нибудь из крестов держите. Поехали там. Квадрат в МК. Держи. Все, держи в МК. Отойдите ко входу все. Так, здесь танк стоит. Танир сюда, треугольник. Он отошел, био написал же. Ладно, пусть няша стоит. Все, отлично. Так, вот здесь первая пачка мелька. Печеньку встань. Фони, иди сюда, печеньку. Вторая пачка мимо. Так, сейф зона. Давай, вставай, печенька. Блять, подвинуть надо, ладно, сейчас подвинуть. Так, сейф зона тут. Треугольник, встань. Нихуя не тут. Почему? Ну, блять, сильно правее. В смысле?
Ну, вот как ты смотришь, да, да, вот это и то даже это, блядь, мало, наверное. Я что-то танков неправильно поставил? Нет, танки правильно, просто миликов зачем-то сразу ставишь. Начинай с сейф-зоны всегда. Понял. Потом встань дальше. В луну, не в луну, встань. Так, вот сюда. Здесь милики стоят, все. Так, ломбик. Сюда. Вторая пачка мильки сюда. Печеньку в фон иди. Да. Метка танка чуть поближе, по-моему, была, наверное. Ну да, можешь. Но это, блядь, миликов надо опять переставлять. Так, последняя почка должна здесь стоять. Вот тут вот. Короче, смотрите, по миликам. Марс. Сюда, в печеньку. И... кто там? Ретрифлай. Печеньку. 2 ДК и няшерт, и все сюда. У вас всегда сейвы есть. Незыбка, зеленка, чередуйте с ДК. В курсе же флай? Блэкфлай. Незыбка, зеленка, незыбка, зеленка, незыбка, зеленка. Все. Вы, ретрики выбегают, вар тоже выбегает на больших стак. Первые там 3-4 стака, я думаю, вы же выживете, потом уже выбегать надо. Дальше поехали, РДД. Квадрат. Тойот. Фонни, Мардун и Месси. Идемте сюда. Можно я в череп? Я нигде не был, как череп. Ладно, стой там. Толян, иди сюда в квадрат тогда. Блэк, в ромбик. Мардун, можешь миликов поставить? Печеньку. О, у нас в РДД все равно места не хватит. Ну давай, Мардун, иди в печеньку. Мили будешь пить, Тимону. Начес, иди сюда тогда, квадрат. Здесь, в звезде. Клондайк. Мимик. И перегар. Вставайте сразу. В черепе фоне я и... Хатьфу. Сюда давай. В череп. В луне стоит Вайф, в луне стоит Габинох и Агата. Давай сюда хилов поставим. А мы что, без этого, без МК? А, блядь. Все перепутал. Тут стоит Вайф, два приста и этот, Агата стоит. Пусть Агата в луне стоит, четыре у вас будет тут. А в звезде здесь, кто у вас в звезде? Не вижу. Я тут шаман должен стоять. Тут перегар. Перегар, уйди отсюда. Сюда, Габинох, иди в звезду. Доза, иди под балкон. Там будешь стоять. Так, кого не назначил? Войд. Перегар, Кира и Войд, да? Все, понял. Так, перегар в квадрат четвертым. Войд, идешь в звезду четвертым. И... Кира, идешь череп нам четвертый. Всегда должны держать рейндж 12. Всегда. Когда вы выбегаете, напоминаю снова, что вы должны бежать вот так. Не задевая соседний кемп. Если вы задеваете соседний кемп, вам, вы убьете либо их, либо себя и еще соседних людей. Так стоим на второй фазе. Всегда. Выбегаем, выходим. Так. По хилам. На второй фазе. Вайф, на тебя большая ответственность. Ты один холи пал. Танков оверхилиш. Нужно будет инеры, рядом друиды стоят. Три инера есть, по очереди будет давать инеры. Первый Агата дает, потом Войд Фури, потом Деза.
Кто контролит? Контролит? Через Мэл и кто? Через Мэл и Владык Урс. А Клондайк где стоит? Клондайк? А его не поставил, что ли? Он здесь стоит, Клондайк. А, ну все. Что, Кира? Чего? Владыка контролил, знаешь, как контролит? Куда я Кира тебя поставил? Я же тебе сказал, я не помню, куда тебя поставил. Череп, по-моему, ты стоишь или нет? Ну все. Все, чек даю. Давайте первый моб тогда Терисмова, второй Владыка. Они были. Все, добивайте моба, пошлите, кто заходит, кто выходит. Открывайте сразу. Давайте повнимательнее. Нир там с Ивами, давай анонсись, что у тебя есть три капли. Ой, две капли, у тебя есть зубы, у тебя есть две массакры. У тебя есть минус 50. Разложение. И три возложения, да. Это было в горах. Но вы, что это? После восьмого стака начинаете прожиматься. Пот и не забудьте на броню выпить. Туннель налево перебежать. Налево. Идем. Направо. Налево. Налево. Чё, мало без МК? Анонси? Он там снова встретил, потом танк туда долго. МК, этот, в мили все. Сейчас смотрите, готовьтесь, Толян, койл дашь моему, когда скажу. Продли койл. А, все, не надо. За спину. За спину, быстро все. Рейндж 12 пропишите, там 8 кидает ДБМ. Надо переделать этот период. Следующего завоевателя не бьем, а Владыка переконтролишь. Вот он. Перед мордой не стоим этих мобов. Забываем, они клевые. Вместе с боссом агрит его. Уходи. Иди катапульте. Ну, диспейла. Моба не переагривайте. Блять. От времени вагон. Моба тоже бейте чуть-чуть. Забери моба. Я пульну, не трогайте, босс. Что там на арене? Нормально. Босса никто не бьет. Бомбов трэш добиваем. Трэш долить всем. Мордун, аккурат. Все по меткам стоим. Пробудителя убейте и защитника быстрее. Бэйл. Своим меткам стали. Агри. Печенька там максимально рейндж. Уже уходить надо. Типа. Уже больно будет бить. Но я же сказал.
Агри. За, достаешь до Войт Фури? Не, далеко. Агата, достаешь? Тоже. Ладно, забейте тогда. А, этот Мордун кинь, проклятие стихи. Блять, мама убила, блять. Агата БР. Забираем МК быстрее. Стань чуть левее, наверное, хуёво стояло. Моб. Блять, вы хуёво стоите, походу, там. Или босс криво стоит. Тихо, блять, БР, вот фури, ой, этот. Да за владыку ужас. А, вайф умерла, понял. Короче, хуёво стоят. Луна. Ну пока бьем. Не, это вайп скорее всего. Ложимся. Короче, у нас либо босс криво стоит, либо... Я не знаю, что такое вообще. Ну, ну, еще типа левее надо. Лаю, сакру по мне. Да нет, вайп. Вайп, пожалуйста. Нет, это, наверное, не левее, правее наоборот. Ну... Правее. Или босс криво стоял. Поближе к луне поставить его. Там босс криво стоял. Сейф-зона между боссом и центром лестницы. Вот на этой линии надо ставить луну. Цепной убил это вообще. Может, босс криво стоит, не знаю. Вон, не, босс и... нормально стоял сейчас. Лайф смертненько, но цепной зацепил, туда бежал. Цеповухой. Это хуйня, разряд молнии 22 тысячи. Знаешь, задевает там. Рыба внизу. Камни слева. Иди нахуй! Понятно, блядь. Клондайк резить. О, трцо, нахуй! Нахуй! Включи микрофон, ты в подголовку меня шагаешь. Блять, какой это триггер. Положи прыгать. Хватит, шмоки вы. Спасибо. Так, сейчас надо будет этот ВМК взять, могу опять. Метка криво стоит. Кулак там он просит. Квадрат ВМК, поехали. А, по СС-ам забыл сказать. Я даю по Ниру, после того как спустимся, Мордун даешь по Зумару. Угу. Если кто-то из танков умрет, Толян перевешиваешь. Ваня аж в треугольник. Да, ну тут что-то правее, что ли, может. Иди нахуй! Ты куда правее? Есть у кого-нибудь этот ювелирный луч, блять, такой, кастуется у игрока? Вот сюда надо, вот я прыгаю. Встаньте, короче, вот сюда, ребят. Вот я прыгаю, чуть назад надо встать будет. Бля, не ту метку убрал. Тут
Надо же, чтоб рейндж был метров 12 друг от друга, верно? Да. Так просто пропишите слэш рейндж 12, да и смотрите. Дело там разряд. Тризот, иди нахуй от сосна. Ну, типа, печенька с ДКшником, который стоит в ромбе, и кто-то с теми, кто стоит в синей метке, вообще никак не пересекается. Здесь что-то хуёво стоит, прям метки. Череп хуёво стоит, как будто. Там ближе, короче, надо ромбик левее подвинуть и луну левее. Так, может. Так нормально будет, вот. Смотрите, короче, как встанете сюда. Присты, дерево и хулипал. Смотрите внимательно, чтобы если разряд идет, то отойдите чуть левее, чуть правее там подвиньтесь. Нас стоит как столбы. Можете МК даже сбросить, без разницы. Поехали, отпускайте. Налево туннель. Направо. Налево. Начал захил. Направо. В мили. Есть смысл лафать мобов вот этих на арене, там кулаки? Конечно. Интересно. Койл, 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 Толя, кинь. Шо, за спину сейчас. За спину, за спину, за спину, все за спину. Флай, у тебя лед, аура, надеюсь. Да. Вайф третью возьму. Самому жать мастера или по команде на лед? По сам, когда видишь. Защитника сразу. Вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Блять. Ребята, МК-2 моба гуляет. Ребята, ну, присты. Надо перебегать, надо. Войт вара достаешь. Угу. Блять, задело разрядом, блять. Привет. Тебе видно. Присты, вам надо чуть левее встать. Конечно, задело, блядь. Резать вара. Да, 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 рез. Ау. Жила. Короче, у нас вообще расстановка супер хуевая. У нас цепоухи летают, блять, пора отложитесь.
Надо заново. У нас не... метка танка хуёвая. Она не такая. Овер хуёвая. Чуть она, мне кажется, чуть ближе к балкону. Ну, если чуть ближе поставишь, то уну надо будет, блядь, еще ближе тоже к балкону ставить. Её и сейчас надо ближе ставить, а так еще ближе надо будет. Ну, я не знаю, она кого-то неправильно стоит. Я не знаю, вообще хуйня какая-то полная. Спауки летают по КД. Престов хуярит в метке в луне. Каждый разряд слева-справа. Такого не должно быть. Хуярит только справа. Слева их не задевает вообще. Там дохуя над места еще. А есть разница между тем, что ты загрел около стены босса, а потом обязательно бежать можно или можно переагрить? Нет, вам по-любому надо пулять босса так, что он падает, вы возвращаетесь на балкон, разворачиваетесь и ведете его туда. Обязательно так? Вести. Нельзя реагрить. Да. Сделать. Нет, нельзя сразу. Надо вести. Он криво встанет, если вы не сделаете так, как я как говорю. Надо падать, разворачивать, вести к балкону, развернуться и поставить босс. Рыба внизу. Сманец? Тыкничка. Так, сегодня пожарного не будет. Пишем, когда пойдем. Порогом фубов. Каскок. Получается, если их справа достает, значит пост должен чуть-чуть еще назад отодвинуться. Лаки раздайте там, кому не хватает. Давай в МК бери, наверное, сейчас метку чуть подвинем. Квадрат МК. Поехали. Пафните там, чего не хватает. Так а ты же босса пуляешь, когда он спрыгивает? Да. Так. Вот, а теперь смотри, встань вот сюда. Дар. Сюда вот встань. Вот, я прыгаю на выходе. На спуске. Ну зачем? Ну иди встань сюда. Ну. Жди. Вот теперь смотри, где линия. Вот на линии должна стоять луна. Какой линии? На зеленой. Почему? Потому что это сейф-зона. Нет, босс... ты не подбегай, ты встань туда. Так вот где будет линия, ты... там. Так босс стоит там, где ты сейчас? Да. А так он же бьет не так. Ну ладно, давай подвинем. Ну он чуть. Бьет так. Вот сюда луну тогда что ли? Да, у нас сейчас луна. Примерно получается. Так. Идеально центру стоит, но босс-то не совсем по центру стоит. Вот так что ли луна? Ну, почти. Да. Чуть-чуть еще надо. Не, нормально так. Сейчас мы череп чуть-чуть подвинем тогда еще. Встаньте луну. Ну, сейчас надо все двигать. Типа вот эту метку изначально правильно надо выставить, а потом все от нее ставить. Окей, сейчас.
А сейф зона одна вот эта в луне, да? Ну, под балконом, если там Blizzard. Все остальные метки нормально стоят. Главное, луну и ромбик померь. Он эмилька подвинуть и потом туда двигать. Так, в луне стоит кто? Я луну и ромбик померь. Ой, да. Ромбик чуть-чуть левее. Вот здесь. И дам печеньку чуть левее сейчас. А, нет, печенька. В принципе. Чуть-чуть надо левее сейчас. Можешь чуть назад отодвинуть. Так, печенька. Вот все. Так стоим. И вы в луне тоже смотрите, там из первой цеповуха, которая вот в эту башню летит, вас задела. Вот в эту. Black тогда Fly, подвиньтесь смотри. Чуть налево. Blackfly, аккуратно смотри, 12 рейндж берешь, ты вот сейчас застаешь луну. Надо чуть левее прям метку вставить. И стоим ровно в метках. Все, поехали. Блять. Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Право. Право, право. Лево. Туннель налево. Направо. Влево, быстрее. Койл. Что там с меткой? Какой меткой? Метку не бьем на арене. Без меток все лишние. Понял, один. Добивайте без метки. Рейндж 12 припишите. Блять, что там такое? Бэл. Танк, встань метку в метку. Хуёво стоишь, прям в паладин. Ага. Сейчас не задел. А, он не туда кастал. А вот сейчас туда кастал, сейчас проверим. О, хорошо. По инерам не забудьте, как говорил. По очереди я скажу, когда первый кидать.
Про хил рейд. Владыка ужас хил. Мирики назад на максимальный рейндж от босс. Подходить нельзя здесь. Клондайк хил. Пиздец, в росболты лезят. Клондайк аккуратнее будет. Отходить надо. Мирики лево, отойти надо. Бля, СС-ы по танкам дали? Я забыл дать, я даю миру. Марс, ты пришел к нам пятый в кемп, если что. Мардун, дай СС по Зумуру. Агата БР, ДЗА. Ты достаешь. Нир, хил, хил. Войд Фури по Вайф, Иннер. ДЗА тоже Иннер по ней. Агата по КД дашь. Даю по Зумуру каплю. Угу. Все, поехали, сейвы уже давать знаю. Да, пронос. Флай, готовь каплю по Зумуру. Каплю по Зумуру, Флай. Флай. Мисс кликнул. Дам возложение сейчас, мисс стоит. Сюда дорог. Вайф по мне каплю. Баблом, с баблом вайф. По ниру каплю с баблом. Мирики в пещеньке, макс рейндж. Аккуратно там стоит. Каплю, каплю, файв. Вайф каплю, бабл прожми. Есть две массакры. Я знаю. Есть массакры. Даю нельзя массакру. К нам бежать. Массакру дуй по зуму. Зумр не зыбка. А, зумр не зыбка. Мастера урна лед даю. Ёбаный рот, что это было? А мне сейчас зубы дай, когда перед загру. Зубов нет, КД. Массакру вайф дашь? 50-50 прожму. Я 50-50 прожму. Окей, окей, окей. По вайф иннер, если есть. Монопод пи. Тринки еще есть. И ревностный. Забирай. Верхильте танков просто, верхильте танк. По зумуру скиньте все эти руки. Все, что есть по зумуру скиньте. Все, добивайте. Молодцы. Мардон просто снимает метки, все да. Угу. На туре сколько от меток зависит, да? Конечно. Поднимите. Блять, что за хуйня? Почему мне 29к пролетело? А, тут тебя подъебал? Нет, молния может критануть. Нет. Цепуха, да. Что ли? Цепнуха может критануть. Обычный удар прилетел. А, ну. Тебя цепная молния убила, она может критануть. 29к, это не крит. Это не крит. А, ну тогда не повезло. Спылы не критуют у боссов. Критуют. Этот спыл, спел, цепная молния, критует. Она меня 300 раз на 59 тысяч убивала. Так это тебя убивало? Не критует. Потому что... Можно резнуть, пожалуйста. Ссылку. Его этот... Так, рейндж. Нет, количество. Должно быть 8. Спасибо. На деле 12. Че, упал с хэма? О, печать забыл. Да хуй, блядь. Декарон и Вархан Шам. Я верно понимаю, что опять не упало? Т4 на половину, Т8? Да. Билл, ты гей. На геев не падает, я же говорил. Не беспокойся. Кому-то беспокой. Нужна корона? Кольчуга моя упала на паладин, которая нужна. Торима запускать надо? На йога. Да, Ториму запустить можно. Только давайте я сам это сделаю. Кто-нибудь ошибется, сейчас ходер запустит. Поезд на офф надо кому-то? Пошлите Мимирона в отпуску. Мимирон на следующей неделе будет травм. Время немного потеряли. Просто обычки лопали, да? Да. На следующей неделе поставим... Че, на пулевую еще вороги в этот раз нет? До 12 поставим РТ на следующей неделе. Че, по плечам? Вайф,